Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили ход установки детской площадки на улице Прудная в деревне Шульгино. Проверка прошла в рамках реализации проекта «Городская среда» и отработки наказов народной программы партии. Площадка возводится по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ее оборудуют современным игровым комплексом, установят здесь освещение и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». В настоящее время ведутся подготовительные работы. Смонтировано основание под специальное резиновое покрытие. Работы на объекте ведутся по плану и должны завершиться к сентябрю.